В интернете появилось полное видео с прогулки хаски на песчаном карьере. Ранее были опубликованы кадры ее расстрела, а сейчас есть и предыстория конфликта. И кажется, что при просмотре полной версии ситуация может обернуться против хозяйки собаки. Эти кадры опубликовал неравнодушный челябинец, ведь фермеру грозит 3 года тюрьмы за убийство собаки. А со слов местных жителей, именно стрелок делает вклад в сельское хозяйство. Судя по голосу за кадром, это было до расстрела хаски. Собака уже отловила дичь. Арчи поймал какого-то гусенка и в кустах его кушает. Сюда не несет, жадничает. Далее следуют кадры, как лайки резвятся на карьере, а Арчи зарыл утку в землю. Голос за кадром отчитывает собаку. Арчи, какой? Арчи! Грязный, добычу свою зарыл. Теперь эти кадры могут помочь фермеру отстоять свою правоту. Напомним, хаски расстреляли прямо на глазах хозяйки. Как позже рассказал сам подозреваемый, сделал это из-за того, что собака передавила гусей, которых разводили рабочие карьера. По его словам, собака буквально за 5 минут передушила несколько десятков гусей. Тем временем стрелок попал под 2 административные статьи за ношение оружия и стрельбу в неположенном для этого месте. Но отправлять его за решетку не стали. Мужчину обязали являться в отдел полиции для дальнейшего ведения следствия. Также заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.